Добрый день, уважаемые любители футбола. Мы с вами в Краснодаре на поле Академии одноименного футбольного клуба, где остается несколько минут до начала матча 22-го тура юношеской футбольной лиги 2. Краснодар будет принимать московский клуб «Строгино». Все помнит и все знает, и Владимир Бабушкин — это тоже один из первых тренеров основной команды Краснодара. И вот такое начало от гостей. Вот это да! Уже на, в самом начале третьей минуты удар в ближний угол, который откровенно зевнул Шатаев, голкипер Краснодара. И счет открыт в матче. 1-0. Неожиданное появление Шатаева в стартовом составе. Ну, наверное, дали возможность ему себя проявить. Сегодня Андрей Белозер совершенно не с пушечной скоростью в ближний угол. И это явно вратарский гол. Ну а тут же включается в игру хозяева, передача, и чудом мяч не попадает в ворота, но будет угловой. Едва-едва автогол не случился. Вот такое супер бодрое начало. Кишиев. Добивание. Браво, голкипер. Еще один шанс у краснодарцев. Бил Кишиев, вратарь справился. Затем добивал Лев Алим. Из глубины в атаку, которые становились для соперников неожиданными. А здесь, ух ты, здорово. Это Никита Котелевский разобрался. И 1-1 у нас счет стал. Не предвещало ничего беды, но классный заброс. Из глубины поля, ну а дальше мастерство Никиты Котелевского. И принял-то мяч здорово, открывшись на грани офсайда, но в правильной позиции. Мудрах сделал хороший пас, и вот смотрите, одним касанием принимает, разворачивается и с угла вратарской вколачивает мяч под перекладину. Шиев решил пробить с полулета в этом эпизоде, а время у него было. На самом деле можно было попытаться мяч принять и уже вторым касанием направить его в сетку. Еще одна желтая карточка. И красная! Вот это да! Вот это да! Первого тайма, если будет что-то добавлено, то немного. Думаю, вряд ли больше одной минуты. Но у Краснодара есть еще время на одну атаку. Удар! Ох, какой удар обводящий в дальний угол. Небольшой рикошет, будет угловой, но едва-едва не завернул. Григорий коснулся этого мяча, и, возможно, это касание спасло команду от гола. Хорош Максимкин. Удар по его воротам. И 2-1. Очень быстро краснодарцы реализуют численное преимущество. Дэвид Мудрак, по-моему, пробил. Давайте посмотрим еще раз. И без рикошета там не обошлось. Только миновало, Матвейчак выдал новый, скажем так, трюк. Нарушил правила в центре поля. Само по себе нарушение. Ох, какой мог сейчас получиться гол. Красивый удар через себя, но мяч. Это Дэвид Мудрак. Забить побольше сегодня, конечно, для Краснодара задача. Ну, можно сказать, первоочередная. Причем здесь дело не в турнирных даже каких-то. А вот удар и третий гол. Это Дэвид Мудрак опять. Это дубль. И он становится лучшим снайпером команды. Ну, а я продолжу. Забить побольше не то чтобы самоцель. Для обретения уверенности. Я рассказывал, что в предыдущих четырех матчах всего два мяча забили краснодарцы. И вот нужно восстанавливать, наверное. Скоро показал, что искусством переводов владеет. Ласкин в штрафной площади. Разворачивается спиной к воротам. Под удар мяч выкатывает. И заходил сейчас на хэт-трик Дэвид Мудрак. Судя по позиции, вообще где-то в средней линии располагается. Ловцов. Ласкин, 4-1. Ловцов прошел, Ласкин забил. Все просто. Ловцов по центру пошел сам. Там и рикошет помог ему, отбросив мяч точно на ногу. Ну а дальше
Степан Ласкин спокойно пробил над голкипером. Вот он, проход Ловцова, и этот рикошет. Дальше проталкивает мяч в центр, и Ласкин спокойно над голкипером отправляет мяч в сетку. Пошел сам Кирилл. Тонкая передача, Ус. Что показывает арбитр? Пенальти. На табло стоит, но, может быть, его придется поменять. Нет, все без изменений. Ус пробил в другой угол, но с той же точностью. Краснодарцы прессингуют, краснодарцы накрывают москвичей, но те, надо сказать, не отходят от своей тактики и вот поплатились за это шестым пропущенным мячом. А сама Сривазов его забивает. Только я хотел сказать, что уверенно выходят через пас из обороны, как тут же случилась эта потеря. И от сама Сривазов хладнокровно реализовал выход один на один. Сам подкараулил Ривазов ошибку Тургута. Пытался Тургут сам же исправить собственную оплошность. Катился, отчаянно играть. Еще 8 минут. И, наверное, единственный вопрос, который в этом матче еще стоит, сколько же в итоге мячей хозяева забьют. Ловцов. Вот и седьмой гол. Григорий Ловцов сегодня еще не забивал, но этим ударом он свою фамилию в протокол вносит. Посмотрел на ворота, оценил. Вернул рефери краснодарцам владение. Ох, как здорово сыграно. Можно забивать. 8-1. Это первый мяч Мурада Магомедова. Или все-таки Ласкин? Ласкин. Магомедов сделал голевую передачу, а касание решающее в этом игровом эпизоде за Ласкиным все-таки осталось. Ну как же было сыграно, смотрим. Классный но-тач-пас как раз от Магомедова. Ласкин на него, Магомедов дальше, да, и Ласкин. Ласкин делает очередное голевое касание, но разыграно. Ну и все, финальный свисток, который фиксирует крупную победу Краснодара, которая к тому же является еще и волевой. Что ж, спасибо всем, кто вместе с нами следил за трансляцией этого матча. Смотрите юношескую футбольную лигу, в частности матч Юг.